Амаль 540 мільйонаў долараў зарабіла Магілёўская вобласць на экспартных пастаўках прадукцыі ў 2015 годзе. Аб гэтым паведаміў намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Віктар Некрашэвіч падчас прэс-канферэнцыі. Журналістаў цікавілі пытанні знешне-эканамічнай і інвестыцыйнай дзейнасці, экспартны патэнцыял Магілёўскай вобласці, развіццё паўднёва-ўсходніх рэгіёнаў, а таксама падрыхтоўка да міжнароднага інвестфоруму. З падрабязнасцямі Алена Салаўёва. Экспортные поставки и поступление валюты – приоритетные напрямки внешнеэкономической деятельности Могилевской области. Мы постоянно прирастаем уже в течение 5 лет по экспорту наших товаров, произведенных в Могилевской области, на все страны. Это включая Евразийский регион, Российская Федерация в том числе, Европейский Союз, а также страны дальней дуги. За пятигодку экспорт повинен стать ровнодолевым у кожной из обозначенных накірункаў по 1/3. Летась на экспортных поставках продукции Могилёўшчына зарабила амаль 540 мільйонаў долараў. Больш за 73% пришлось на Российскую Федерацию, основаны спажывец. За 2016 год продукция Могилёўшчыны прыйшла на 9 новых рынкаў, сярод яких Бангладеш, Камбоджа, Індія, Шри-Ланка. Каля 800 тысяч долларов принес экспорт компьютерных послуг, але Виктор Некрашевич подкреслил, треба звертать увагу и на инвестиционную складающую. Результатом которой является привлечение инвестора, создание новых предприятий, что нам крайне важно в сегодняшнее время, это рабочие места, зарплата, налоги, соответственно, развитие региона. Так званые истории поспеху – это предприемство на территории свободной экономичной зоны Могилёў «Данон Шклоу». Добрую справу у притягнения замежного капитала повинен отыграть Международный инвестиционный форум, який отбудется у Могилёве 4-5 листопада. Он проводится 8 год запар, сёлета под назвой «Мельница успеха». Мы будем принимать гостей не менее чем из 40 стран мира. Ну и, я думаю, количество не менее чем 500 человек. Все будет задействовано для того, чтобы было комфортно для инвесторов, для наших гостей, опять-таки для улучшения внешнеэкономической деятельности и инвестиционной составляющей. Спрыяльныя умовы для развіцця бізнесу ствараюцца ў паўднёва-ўсходніх рэгіёнах Магілёўшчыны. Напрыклад, у Крычаўскім раёне 26 пляцовак чакаюць свайго інвестара. Алена Салаўёва, Віталь Алексеенка, Навіны рэгіён.